согласно приказу Министерства юстиции. Приговор будет переведен в исполнение немедленно. Надеюсь, вы умрете спокойно. Скажите, вы будете писать отчет о казни? Напишите, что Зорге умер со словами «Красная армия», «Коминтерн», «Коммунистическая партия Советского Союза». Я готов. Зорге. Родился в 1895 году в Бакинском уезде. Национальность – немец. В Германии получил ученую степень доктора государства и права. Официально аккредитован в Токио как немецкий журналист. Московский резидент в Японии. Убежденный коммунист. Оперативный псевдоним Рамзай. Первый из советских разведчиков, которому удалось не только закрепиться в японской столице, но и создать уникальную разведгруппу, имевшую доступ к самой засекреченной информации. 3 года заключения, бесконечных допросов, провокаций, а в финале – казнь в токийской тюрьме Сугамо. Череда событий, которая привела к этой развязке, стала одной из самых ярких и противоречивых страниц мировой истории шпионажа. У фон Дирксена проблемы со здоровьем. Он уезжает. На 6-м. Какая разница? Мартин! Рад тебя видеть. Взаимно. Давно из Берлина? Давно. Этот скотина Шлезингер метит на его место. Если он станет послом, то мне не жить. И некоторым моим друзьям, между прочим, тоже. Это Курт, помощник секретаря посольства. А вот это вот самый... Его послом не назначат. Почему? Потому что посол должен быть человек с идеалами, преданный делу. А про Пауля все знают, что он принципиально беспринципен. Когда-то был против Гитлера, потом ветер переменился, и теперь громче всех кричит «Хайль». Об этом уже все давно забыли. Мужом психопат. 2 недели назад нажался, как свинья, пристрелил ногу какому-то морячку за покером. И это дело замяли. А я напомню. И как ты это собираешься сделать? Эй, Ген, ты недооцениваешь силу печатного слова. Для начала организую несколько статей в газетах, которые в обязательном порядке читают в райсканцелярии. Ты же понимаешь, что последнее слово останется за фюрером. Ну, потом, как тебе такой заголовок? Ойген Отт – незаменимая фигура немецкой политики. Именно он должен возглавить дипломатическую миссию Рейха в стране восходящего солнца. Хочу быть всегда с тобой. Сейчас это невозможно. Скажи, а вот когда все закончится, и я вернусь на родину, ты поедешь со мной? Да. Я не верю, что такое счастье реально. А как по-японски будет «я тебя люблю»? У нас принято говорить «не люблю», а «нравишься». А звучит так. Суки даю. Суки даю. Привет, Рик. А я тебя здесь давно жду. Слушай, у меня есть один важный разговор. Пойдем выпьем пиво, здесь недалеко. Слыхал новость? Как посол уходит. Ну, вернее, его уходит. Интересно. Да, Берлин гудит. Вчера звонил приятель из Рейхской канцелярии. Там все. И кому же старина Дирксен так не угодил? Вот именно, что старина. Сейчас другое время, нужны более энергичные люди. Нам туда. Ты же понимаешь. Посол Рейха в Японии – это очень и очень серьезно. А вот мы пришли. Рико, я буду говорить прямо. Ты же понимаешь, на эту должность всего 2 кандидата – я и вот. Шансы тоже примерно равны. За мной Розенберг, за ним Риббентроп. Ульрих Фридрих Вильгельм Иоахим фон Риббентроп. Фигура. Не смеши. Знаешь, как он получил этого своего фона? Уговорил какую-то свою дальнюю родственницу, чтобы та его усыновила. Пообещал денег и не заплатил. Говорят, та даже в суд подавала. Теперь этот фон корчит из себя железного канцлера. Из-за этой своей дурацкой спеси нажил себе кучу врагов. Да, но у него есть и друг. Кто? Фюрер. Знаешь, я хочу, чтобы этот разговор остался строго между нами. Ты мне друг? А почему ты спрашиваешь? Сейчас Берлин начнет тщательно проверять кандидатов. Естественно, обратятся к тебе. Ты у нас специалист по Японии, известный журналист. Тебе доверяют, Рихард. А вокруг моего имени в последнее время слишком много спекуляций. Понимаешь? Из-за моего, так сказать, неуравновешенного характера. Я очень хочу, чтобы это никоим образом не отразилось на моей характеристике. Все будет так, как надо. Я в тебе не сомневался. Знаешь, ты единственный человек, которого я уважаю во всем этом крысятнике. Шлезингер – откровенный карьерист. Ради того, чтобы сладко спать и вкусно есть, он мать родную продаст. Конформист, флюгер и дерьмо. Ссориться с ним очень опасно. Да, Шлезингер мерзкий тип. На него только посмотришь, и уже хочется пойти вымыть руки с мылом. Рихард, чай готов. Спасибо. Слушай, а нельзя вот вообще не ввязываться, если непонятны последствия? Нам и так хватает сложностей. Вот разведчик, герой войны. Отличные характеристики. И очень большие шансы, что Рейх выберет именно его. А поставим на Шлезингера, проиграем. У Отто нет связей. Ни в гестапо, ни в СС, ни в СД. Он солдат. А этот забудет. Через неделю мои услуги. А вот будет помнить и чувствовать себя обязанным. А связи найдутся. Рихард, поставь. Бранко. Все. Я выбор сделал. Так что с рацией. Пойдем. Пошли. Вот. Да. Я проводил пробные сеансы связи с Висбаденом. Вроде ничего. Мощности немного не хватает. Но держать ее здесь опасно. Рихард, я говорила ему об этом. Эдит, я прошу тебя, не надо вмешиваться. А если ее здесь найдут, ты подумал об этом? Эдит, мы от нее избавимся попозже. Я тебе обещаю. Тебе надо больше уделять внимание своей жене. А временами невыносимо. Бранко. Она наш товарищ. Она член группы. И она женщина, ей тяжелее, чем нам. Бранко Вукелич, югославский коммунист. В Токио работал как корреспондент французского агентства «Гавас». Женат на датчанке Эдит. Вместе с ней входил в костяк группы «Зорге». Оперативный псевдоним «Жигала». Отвечал за сбор информации и работу с фотоматериалами. В качестве фотокорреспондента неоднократно выезжал в Квантунскую армию, самую мощную военную группировку японских вооруженных сил. 6 годами раньше японцы оккупировали северо-восточную часть Китая, Маньчжурию, этим самым вплотную приблизившись к границам Советского Союза. Стреляйте, я перебежчик. Я советский генерал. Я прошу политического убежища. Меня зовут Генрих Самойлович Люшков. Я комиссар госбезопасности. Я хочу сдаться японским властям. Это моя вина, товарищ Сталин. Мне нужно было в Хабаровске Люшкова арестовать, а я его в Москву вызвал. Виноват, затянул. Товарищ Ежов, чем грозит нам побег Люшкова? А? Как вы думаете, какая агентура может провалиться? Маньчжурская агентура. Бывший генерал Семенов. Но мы успели предупредить наших китайских товарищей. Да. Люшков сдался японцам. Насколько я знаю, в Японии у нас только один агент. Рамзай. Это ваш человек, товарищ Ворошилов? Так точно, товарищ Сталин. Это лучшая группа разведки на сегодняшний день. Ей ничего не угрожает. Товарищ Сталин, Люшков о Рамзае ничего не знает. И все же, мог кто-то из известных Люшкову агентов оказаться в группе Рамзая? Товарищ Сталин, такая вероятность есть. Господин Зорге? Да. Телеграмма. Что случилось? Почему нарушаешь правила? Сегодня ночью у премьер-министра был собран военный совет. Обсуждались факты, полученные от советского перебежчика. Что за перебежчик? Я пока не знаю. Но по слухам, он предоставил весьма существенную информацию. Например, выдал агентов-нелегалов. Я видел список, довольно большой. Там почти все китайцы. Но под номером 5 числится наш радист Ёсида Нарияки. Взяли? Нет, пока. Но ждать недолго, часа два. Вчера вы передали нам список агентов-нелегалов, работающих на территории Китая и Японии. Скажите, почему в этом списке одни маньчжуры, китайцы, монголы, а почти нет японцев? Я смог получить доступ только к документам по агентуре материкового Китая. Если бы я стал запрашивать списки на японскую сеть, это вызвало бы подозрение. В последнее время за мной следили, мне не доверяли. Скажите, господин Люшков, вы знали лично указанного вами агента? Нет. Вы его арестовали? За ним уже выехали. Собирайся. Собирайся скорее. В чем дело? Тебя сдали. Шевелись. Полиция! Назад! Живее! Вон тот дом. Быстро уходим. Скорее, Нарияки! Быстро за ними! Трогай! Вон они! Уезжайте быстрее! Я их задержу! Стой! Вон он! Держи его! Есть. Слушаюсь. Господин лейтенант, вас. Слушаю. Слушаюсь. Закрыть шлагбаум. Полная проверка документов. Задерживать всех подозрительных и всех мотоциклистов. Эй, кто тут главный? Начальник следственной группы майор Осаки. Удалось что-нибудь найти? Рацию, сильно обгоревшую. Быстро работают коммунисты. Успели предупредить. Осмелись возразить, господин. Считаю, что информацию получили местные резиденты. Советы тут ни при чем. Да что ты говоришь? Откуда такая уверенность? Рация была упакована. Ну и что? Если бы радисты предупреждали хозяева, то сообщение передали бы по рации. И он перед тем, как сбежать, не стал бы ее упаковывать. Много ты понимаешь. Думаешь, у них одна рация? И вообще, откуда ты такой умный взялся? Третий экспедиционный корпус Мацуи, военная разведка. Покажи, как они убежали. Прошу вас. Пора. Рану я обработал, кровь остановил. Все будет в порядке. Всему до тебя встретит врач. До отправки в Шанхай подлечит. Макамото Ямаути, кто это? Теперь это ты, привыкай. Пора. Да. Токио взят в тройное кольцо. Если поедете сейчас, да еще на мотоцикле, точно проверю документы. Тагаки велел передать, чтобы вы здесь переночевали. Нет, я поеду первым. Не волнуйся, проскочу, у меня удостоверение прессы. Имура, а у рыбака рыба есть? Да, есть, но только потрошеная. Сойдет. Ни окурков, ни следов масла на месте стоянки мотоцикла не обнаружено. Отпечатки протекторов без особенностей. Свидетелей нет. Твои действия? На всех постах при выезде из зацепленной зоны ведется проверка документов. Когда появится информация, утром будет доложено. Утром? Медленно работаешь, майор. Болтать у тебя получается лучше. Эй, стой! Выключай. Пожалуйста. Откуда едем? С побережья. С моря? Что вы там делали? Рыбачил. Рыба есть? Да есть немного. Что это? Да еще такого сургана поймал. В руках не удержал, пришлось брюхо вспороть. Фу, вонь ужасная. Хочешь понюхать? Нет, нет. Вот, возьмите. Можете ехать. Извините. Спасибо. Пропустить его. Открывай. Патриция сказала, вы меня искали? Да. Ну что? Все прекрасно. Статьи уже в газетах, в наборе. Отчеты только что отдал Патриции для передачи их в министерство. Спасибо, друг. Я позвонил Риббентропу, он уже доложил обо мне фюреру. У меня есть шанс. Я в этом не сомневаюсь. Говорят, у японцев появился какой-то ценный перебежчик. Советский генерал. И что, уже интервью дает? Сегодня у него встреча с корреспондентом Йомиури Симбун. Хочу быть вторым. Конечно. Я все устрою. Спасибо. В ноябре 1933 года, когда Германия вслед за Японией вышла из Лиги наций, я понял, что наши великие державы будут союзниками. Мы будем управлять Востоком, а ты – Западом. У нас общие интересы, господин полковник, и общие взгляды на новый миропорядок. Нам нечего скрывать от своих добрых друзей. Господин Зорге, прошу прощения за небольшие неудобства, которые могут у вас возникнуть. Ну что, я прекрасно все понимаю. Вы можете спрашивать пленного о чем угодно. Я благодарю вас. Я знаю, что вы собираетесь опубликовать в газете свою статью. Согласно нашим правилам, мы должны утвердить ее текст. Конечно, меня предупредили. А, кстати, Люшков, он говорит по-немецки? Да, и неплохо говорит. В 30-м году он жил в Германии и занимался промышленным шпионажем. Прошу вас, садитесь. Благодарю вас. Господин майор, мы составили список и нашли фотографии тех, кто в нем фигурирует. Посмотрите, пожалуйста. Это люди, которые в тот день въезжали в Токио на мотоциклах и вызвали подозрения. Здесь Акира Мацумото, торговец рыбой. Он приехал в Токио с женой и другом. Это немецкий журналист Рихард Зорге. Немецкий журналист? Да. Полицейскому он показался подозрительным. Почему? Он не уточнил. Откуда у вас фотографии? Взял из досье. Мы следим за каждым иностранцем. И еще интересный факт. Его опознал сосед Нарияки. Он как-то в Токио видел Нарияки в обществе европейцев. Это он и есть. Потом, правда, сосед заявил, что ошибся. Нарияки и этот человек якобы просто стояли рядом. Они не были знакомы. Просто стояли в очереди в газетный киоск. Потом Зорге ушел. Сосед заметил, что тот хромал. Он вроде бы ничего не сказал своему другу. А если он ничего не сказал, то мы ничего и не знаем. Господин майор, этого немца вы останавливали? Да. Почему он вызвал подозрения? Он сказал, что ездил на рыбалку. Однако был одет в костюм, и снастей у него при себе не имелось. Но он предъявил удостоверение немецкой газеты. Я не мог его задерживать? Я сделал что-то не так? Нет. Все верно, можете идти. Господин майор, у него рука в куртке был испачкан кровью. Кровью? Да, он сказал, что кровь рыбы жутко вонючая. Ты что, нюхал? Нет. Болван! Так точно. Обязательно. Обязательно напишите в своей газете, что фюрер и немецкий народ не должны верить Сталину. Он одержим идеей мировой революции. И непременно, слушайте, он непременно нападет на Германию, как только почувствует в себе силу. Спасибо за предупреждение, мы это учтем. Ну вот ответьте мне на один вопрос. Как вы, коммунист, генерал, смогли предать свою родину и бежать? А вы не понимаете, что там творится? Террор, расстрелы не щадят никого, ни женщин, ни детей. Идут чистки. Сталин маньяк. Уничтожив одних, он тут же принимается уничтожать тех, кто пришел на их место. Уточните, пожалуйста. Пожалуйста. Казнено все руководство первого наркомата внутренних дел. Егода, Прокофьев, Агранов, Буланов, Лурье. Всех не перечислишь. Весь руководящий аппарат. Мне тоже пришла телеграмма. Явиться в Москву якобы на повышение. Но я понял. А армию коснулись репрессий? Конечно. Сталин сам уничтожает свою армию. Весь офицерский состав сидит в лагерях или гниет в могилах. А армейскую разведку? А чем она хуже? Естественно, поголовно. Ты фамилии назвать может? Могу. Но они вам ничего не скажут. Простите, но я журналист. Привык оперировать фактами. Урицкий, Берзин, Ян Карлович. Слышали? Нет. Ян Карлович, поймите, у меня две родины. Германия и Советский Союз. Я коммунист, но я немец. Я люблю Германию, там сейчас очень тяжело. Фашисты наглеют, убивают моих товарищей. Создают отряды СС. Думаешь, у нас тишь да гладь? То, что бурлит вокруг нашей страны, напрямую связано с нашим будущим. И мы должны быть каждую минуту, каждую секунду начеку. Господин журналист. Господин журналист, вы меня слышите? Простите, что вы говорите? Я говорю, что, видимо, они были плохие разведчики, если не могли просчитать свой арест. Вот я знал, что меня арестуют, поэтому сбежал. Я жив, а они... Вряд ли. То есть ты хочешь сказать, что тебе удалось обмануть самого Сталина? А может быть, ты и фюрера хочешь обмануть? При чем тут фюрер? Я этого не говорил. То есть ты считаешь, что фюрер глупец? Нет, я так не считаю. Ну что? Ты кого глупцом назвал? Ты кого глупцом назвал? Помогите! Вы что делаете? Это большевистская свинья! Назвала фюрера глупцом! Господин журналист, вы, видимо, не так... Вы не так поняли мои слова. Я этого не говорил. Я добьюсь, чтобы тебя расстреляли. Мразь. Мы переходим к политике завоевания новых земель в Европе. И если уж желать новых территорий в Европе, то в общем и целом это может быть достигнуто только за счет России. К этому созрели все предпосылки. Мы не имеем права терять время, мы себе не простим. Что вас огорчило? Скажите, Ика-сан. Да нет, все хорошо. Просто вспомнил старого приятеля. Товарищ Сталин. Рамзай требует личной встречи с Берзиным, иначе он грозит свернуть деятельность группы. Ну зачем это ему? Но они были большими друзьями. Берзина арестовали еще в прошлом году, а приговора я не видел. Он жив? Высшая мера. Враг народа. Совсем недавно. Рамзай очень ценный агент. Лаврентий, ты же понимаешь, что в Японии очень сложно организовать резидентуру и создать группу. Климент Ефремович, давайте успокойте Рамзая. Давайте вызовем его в Москву. Пусть отдохнет, развеется. Рихард, может, не стоит выяснять отношения с Москвой? Это может быть опасно. Может быть, лучше подождать? Тем более Люшков предатель. Он мог наплести все, что угодно. Вот это я и хочу выяснить. Именно сейчас. Пошли. Да, Бранко, и после сеанса от этой рации нужно избавиться. Спрошу товарища Сталина напрямую. Посмотрим, что он нам ответит. Ика, ты говоришь загадками. Объясни. Я попрошу прислать нам Макса Клаузена, моего старого товарища. Мы с ним начинали еще в Китае в 1931-м. И при чем же тут Сталин? Ну, если нам дадут добро на Клаузена, значит, у них все в порядке, из-под земли достанут. А если откажут, значит, товарищ Сталин, есть веские причины. Готов? Давай начинаем. Господин Отт велел срочно вас найти. А что-то случилось, Петя? Видимо, да. Ну что ж, пойдемте. А, разрешите? А что происходит? Почему? Патриций так загадочно улыбается. Фюрер приказал меня отстранить от активной военной службы в армии в связи с предполагаемым использованием на дипломатической работе. Фюрер намерен назначить меня послом Германского рейха в Токио. Ну, тогда разрешите вас поздравить, господин главный посол Германского рейха в Токио. Перестань. Ты знаешь, это может показаться странным, но я бы на твоем месте отказался бы от этого предложения. Это почему? Ну, только потому, что многие послы теряют человеческие качества. А я не хочу потерять хорошего товарища. Мы останемся добрыми друзьями. Но если останемся добрыми друзьями, тогда хорошо. Соглашайся. Рамзай отказывается возвращаться в Москву ввиду занятости. Мало того, из-за утраты радиста он настоятельно просит переслать ему в качестве радиста Макса Клаузена, с которым он работал еще в Шанхае в начале 30-х, а также его жену Анну Клаузен в качестве курьера. Настоятельно? Так он и пишет. Настоятельно прошу, иначе не смогу выполнять поставленные задачи. Ну, хорошо. Ну что ж, если товарищ Рамзай просит, надо удовлетворить его просьбу. Лаврентий Павлович, ты разыщи этого радиста. Он хочет нас напугать, но нас напугать невозможно. Найдите товарища Клаузена. Слушайте, товарищ Сталин. Пошли, пошли, пошли. Так и живем. Анна, у нас гости. Здравствуйте. Здравствуй, хозяюшка. Накрой на стол. Иди. Иди, иди. Ой. Грузи, что ли? Свои. Ох, хозяюшка, спасибо. Очень вкусно. Давно не ел домашней еды. Все ж по командировкам. Может, добавки? Не. Благодарю. Хорошую помаленьку. А у нас к вам пустяшная просьба, товарищ Клаузен. Не могли бы вы нам подписать одну открытку? Открытку написать? Дело не хитрое. Ну вот хорошо. Тогда пишите. Дорогой Рамзай, счастлив узнать, что нам опять предстоит совместная работа. До скорой встречи в Токио. Фриц. Мы действительно поедем в Токио? А это зависит только от вас, товарищ Клаузен. Связной здесь, а толку? К нему не подойти. 4 агента. Значит, будем рисковать. Сумку украли. Держите вора, скорее. Держите, он сумку украл. Да, это почерк Макса. Так, рации старые, тяжелые, транспортировки она не подлежит, поэтому выходим небольшими эфирами через большие промежутки времени. Когда следующий эфир? Через 3 дня. Хорошо. Сначала сообщим, что группа возобновляет работу. Проводи меня.